будет. И да, я протечь, что долго не выходили видео. Ну, я думаю, так как думаю, буду выпускать видео чаще, постараюсь для вас. И также я теперь буду снимать не только Майнкрафт, а Малон Плейграунд. И как видите, я оделся как командир топ-пад дирижабли. И сегодня мы будем чем-то заниматься. Ну, хотя я уже придумал, так как сейчас вышло, только сейчас уже вышло обновление 0.11, то я, пожалуй, решил сделать кое-что интересное. Типа поезда. Сейчас я это вам покажу. Короче, как вы знаете, или не знаете, я знаю, знаете вы или не знаете, но тут в обновлении добавили вот такие вот штуки. Это аппарат для замораживания этих фруктов. И из них можно сделать такой мини-поезд. Сейчас я вам расскажу. Вот так вот ставим, короче, вот так вот эти машинки. Но не обязательно вот столько. Вот вы можете сколько захотите ставить. Потом мы берем эту цепь. Такую. Она будет вот так вот выглядеть. Вот две стрелочки, куда смотрю, еще вот это вот. И потом мы, короче... Ой, что-то я ошибся, ребят, подождите. Так вот, берем вот так вот. Сейчас, ребят, что-то не работает. Ой. Сейчас, ребят, простите, я что-то промазал. Да уж, что-то я такой промазал пока что. Ну, ничего страшного, просто меня лагануло что-то. Так, вторая попытка. Вот так вот им надо цеплять. Главное, чтобы сцепка тут на задний, тут не пошла на заднее колесо. Потому что тогда все будет работать неправильно. Итак, короче, мини-поезд готов. Также его можно использовать для перевозки мелких фруктов. Да, например, яблоко и кукурузы. Ой, упал. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот так вот делаем. Открываем вот эти вот стекляшки. Да, я еще не такой профессионал и еще не научился открывать их. Поэтому у меня с трудом получается. Опа, первая открыта. Открылась. Хопа, вторая. Ой, третья. А, нет. Блин, ребят. Что-то у меня не получается чутка. Чуток. Ну, ничего страшного. Думаю, скоро освоюсь. Вот, третья. Четвертая. Тут главное аккуратно, я понял. Пятая. Ой. Шестая. Так, тихо. Ладно. Так, какая-то у нас, я уже забыл. Так, пятая у нас. И сейчас шестую откроем. Так. Ну да. Например, вот одну кукурузку, два яблочка, одну кукурузку и опять два яблочка. Ну, вы можете по-своему делать, только арбуз и тыква не поместятся, я уже проверял. То, что крышка не закроется плотно. Ой,
Не туда поставил. Вот. И теперь закрываем крышечки. Оп. Как видите, они вон там у нас чуточку заморозились. И вот, смотрите, можно их вот так вот возить. Прикольно, правда? Не, ну еще это может служить таким мини-грузовым поездом. Правда, его придет за руку вести, потому что колеса у него не автоматические, не сами, не автоматически крутятся. Но если что, то вы можете прикрепить такие механические колеса. Сейчас покажу, где они. Но если вы знаете, то могу не показывать. Но я на всякий случай покажу. Итак, они находятся вот в отделе шестеренки. И вот они. Тут будет написано. Моторизет. И вшил. Вот. Ну, с вами был Топот Клан. И всем пока. Все, давай, врубай.